Наша мимоза состоит из шариков. Я их иногда называю ягодками. Шарик у нас имеет объем. Давайте подумаем. Вот наша мимоза. Я ее сейчас сделаю крупно. Вот он, шарик. Край не очень ровный у него. Ну вот он, пушистый. Можно даже немножечко взять с этой стороны. С водичкой вот так пройти. Чтобы он растекся. Во! Видите? Он сейчас растечется. Вот такой у нас пушистый край. Нету жесткой границы. Вот он. Он имеет объем. И мы его в процессе, когда будем писать, будем делать. То есть мы подводим вот объем. Никогда к краю объем темный не подходит. Он тут остается светлый. Вот так. Свет, тень там тоже. И где-то потемнее. Вот наш шарик мимозы, который мы будем делать, да? Можно взять здесь золотистый, немножко добавить. Вот. Но вспоминаем, кто не занимался рисунком, то есть темноту мы краю никогда не подводим. Не надо. Вот так вот. Сейчас покажу, как надо, я показала, а теперь я покажу, как не надо. Вот вы делаете шарик, достаточно жесткий край, это уже не цветок мимозы, это витаминка. Или дроже, вот у нас, да? Вот мимоза и вот дроже, это разные вещи. И берете и краю жестко подводите вот так. Объема не будет. Это неправильно. Это не мимоза. Вот мимоза. Вот. А это витаминка. Даже эта витаминка неправильная. Чтобы она была правильная, нам нужно вот тут сделать блик у нашей витаминки. Вот тогда она правильная витаминка. Темнота никогда к краю не подводится. И то, вот, а вот мимоза, да, то есть это разные вещи. Не может наша мимоза состоять из мячиков. Она состоит из пушистиков. Вот пушистики. А это мячик. Вот когда будете работать над веточкой, и веточка мимозы, она... Да, как мы уже говорили, имеет, вот она растет вот так, ломана, но она не, вот так не растет, она ломана. И вот на эти вот штучки нанизывается, их может быть много, мимоза. Вот она может сюда пойти перекрыть. Вот так вот. То есть когда мы рисуем эти палочки, палочки, они все прямые, но при этом они коротенькие. И за счет того, что ну, они вот так ломаются, получается веточка. Но никак она вот так вот, как макароны, не будет. На это тоже обращаем внимание.